зовет нас с тобой в 20-й тур МЛБ первой лиги. Мы собрались на стадионе Сапсан Арена для того, чтобы проводить этот футбольный год в рамках МЛБ первой лиги. Для этого у нас есть супер топ матч, который, кажется, подарит нам сегодня очень много ярких эмоций, впечатлений и всего необходимого, всего сопутствующего. Ну, скрупулезный тайминг у нас вот только сейчас. Поехали! Ровно-прировно был дан стартовый свисток, и игра началась. Ну что, по составчикам давай, Влад, пробежимся, наверное. Давай, тебе, давай. Тебе, да. Делегирую родину. Насыров проходит в район 14-й зоны, оставляет мяч на Турищеву. Удар поворотом следует. Какой! Мухаммад Султонов. И снова, знаешь, как будто бы подсовывал мяч тогда Евгению Ставеру. На, дружище, ошибись. Он пока эти предложения не принимает. Нужно принимать решение быстрее. На Нату. Снова Турищев. Гордюшенко ускоряется по левому флангу и бежит, бежит, бежит. Астемир, как в последний раз, нужно найти хорошую передачу. Да! Султонов или Тимошенко. Удар! Стежко. Это Стежко. Ух ты! Нужно воскликнуть в этой ситуации. Что было, Макс? Фантастика. Я думаю, срочно ребята, которые отвечают за сайт Енисея, за соцсети Енисея, побежали модерить официальную страничку команды. Не только одностороннее, да, движение у нас на поле было. Подача, момент! 1-0, родина, нет положения вне игры. И Иван Тимошенко! Не там, так здесь, не тут-то, так там. Вот так. Атаковали одни, забивают совершенно другие. Диаметрально противоположная команда ничего не предвещала беды. Однако вот он, лучший страйкер команды, который всегда находится в нужное время, в нужном месте. В этом его работа. И вот он пас вперед. А здесь уже Коноплин находит Санилеву. Как себе. Здорово! Глушков с мячом. Удар! Это надо было забивать. Надо 1-1! Отдельно, отдельно, давай сразу низко поклонимся Максиму Савельеву за этот эпизод. Ну и дальше уже будем восхвалять Глушкова, который тоже большой красавец. Слушай, ну вот она. Вот это плод на самом деле тактики того, что сегодня придумал Эдуард Штейнбрейхер. Во-первых, снизу играет в этом ромбе Егор Иванов, и именно он сделал вот эту предголевую передачу. Есть в загашнике. Дмитриев, подача в штрафную. Вот это опасно может быть! Пенальти! Пенальти за игру рукой назначает Сергей Куликов. Это та самая рука, которая, вот ты знаешь, которая интерпретирует современные правила. Клещенко наносил удар поворотом. Забил. 2-1. Сверхуверенно Иван Тимошенко делает дубль сегодня и очень серьезно и основательно приближается к Джонатану Акоронкво и прочим в списке лучших бомбардиров. Никите Глушкову сегодня не хватает, ну вот каких-то, знаешь, нестандартных решений, так скажем. Абсолютно все в штрафной площади родины сейчас находятся. Подача в штрафную бестолковая абсолютно, но вот он момент. Удар! Волею судеб, судьбы злодейки Ринат Шакеров оказался с этим мячом на ленточке своих ворот. Просто потому, что сейчас могла случиться драма. Мяч отскочил строго в руки голкиперу москвичей. Кажется, что готовится произвести свисток уже об окончании этого матча. Это и происходит! Футбольный клуб «Родина» оказывается сильнее в очном матче, сопротив соперника из Красноярска.